тому, кто не с небесных высот к нам спустился, мятежным сынам на земле послужить, кто, принявший образ раба, умолился, учил на примере, как жить и любить, покорно отдал себя в руки народа, с креста не сошел, но от гибели спас. Кто, зная удел развращенного рода, пробитый гвоздями, молился о нас. Тому, кто наш грех на усталые плечи взвалил и позволил глумиться толпе, кто кровью истекший скончался под вечер, с Всевышний весь мир примиривший в себе, тому, кто имел несомненное право сгубить нас в гиене, как смертных врагов, хвала и премудрость, держава и слава, ныне, всегда и во веки веков. Аминь.